Всем хай, с вами русский блогер Богдан, и сегодня мы играем в UDWC Alpha Test версия 0.2.1. Golden Mujahmit нам был выдан за прохождение версии 0.1.2, и сегодня мы должны пройти 24 противника, 24 персонажа, и получить 1200 очков и катсцены, которые, скорее всего, у нас не заработает, потому что, походу, надо в это играть в полноэкранном режиме, а Discord эту не цепляет. Поэтому приходится в оконном. Но если что, я вставлю эту катсцену из архива, и вы ее увидите. Так что, блин. Если премьер адекватно примет. Я надеюсь. То есть аудио, если тут будет просто аудио, я даже слушать его не буду, я просто скипну. Здесь была добавлена камера, ой, блин, кнопка планшета, которую я не хочу даже юзать. Шурупы, ёпта. Ненавистная херня. Босково приходил. Нет. What the fuck? Ты видел это? Майнд? И резко, прям резко биткоин. Ладно, я попробую сыграть с этой кнопкой. Не, не надо. Хлеб бесит. Сука, хлеб. Это знаешь... Если бы при поднятии и опускании планшета давались биткоины, это бы было полезно, но... Не в этот раз. Не в этой жизни. Еще два раза? Это мои очки. О май гад, это мои очки. Вон они были! А, нашел. Ты. Ой. Ну хотя бы что-то прикольное. Вот. Только не шурупы. Пришел, блин. У тебя второй шуруп раскручивается. Бум. Это мои очки. О! О нет. Это не надо. Я заметил, что если долго-долго закручивать шурупы, то у них будет перемена увеличиваться постоянно, они будут долго на месте стоять. Либо мне показалось, да. Это мои очки. Это текстурку я добавил, да. А, в голову валит уже от этого пароксизма. Это мои очки. Значит, очки! Очки реально вернулись к непонявшему варианту. А, да, да, он говорил. Капздец, я же ослеп уже. Ничего не видно. О, он пофиксил эту кнопку? Да. Насчет он пофиксил. Ну знаешь, учитывая то, что на шум это вообще никак не влияет, типа на шум никто не реагирует, можно просто послушать. Ну и где они? Офигеть. А где они? О, нет! Хлеб, уйди! Нет! Классно. Хватит! Хватит, уйди! Фух! Вига. Фух! Это мои очки. О нет. И мои очки, боже. Вижу. Да, видел? Блин, напугал, Саш. Я не видел. Хлеб. Да хлеб, уйди. Биткоины нужны.
Зато хотя бы за ним нормально даются биткоины. Ага. А, я только сейчас начал слушать интервью. Хлеб! Ненормального еще чекать надо. О! Вот они! А лошадь, что за лошадь? Вига, Вига. О! Я заметил, что Лукашенко приходит после лошади. Ага. Потому что это тоже звук из того видоса. Ну, я помню. О, нет. Фух. Давай. Все! Кобздец, все, кобздец. Давай чекать. Викторе. Ой, ты. О. Вот это да. Хорошо, кстати, вот это нормально. Хотя бы что-то, а не черный экран. Красава. Ну-ка, не заработает реально? Поздравляем вас, испытуемый, с успешным завершением альфа-теста программы UDWC. На данный момент у нас закончились вещи, которыми мы могли бы вас удивить, поэтому ждите бета-тест, который начнется в сентябре. Спасибо, что были участником компании UDWC. До новых встреч! Короче, игру сделаю тише. Короче, мы выбили голову Сони. Вот, что будет Сони, если он не пофиксит кнопку монитора? Ага. Ну это прикольно. Нет, игра классная, anyway. Просто нужно посерьезнее к этому всему относиться. Если вам понравилось это видео, то поставь лайк. Подписывайся на канал. Жди новые видео. Все. Поэтому... Фарштовое.